Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру DC Легенды. Так, и нам достаются 10 карточек Бэтмена. По-моему, это Бэтмен. Запрос к Альянсу отклонен. Ну и черт с вами. Начался новый PvP-турнир. На почте. Награды собраны. Что это такое мы получили? Я не знаю. Ну, какие-то кристаллы, видимо. Хорошо, ребятушки. Давайте посмотрим. Так, сборчик обязательно. Сущность 2600. Угу. В магазине. А что у нас в магазине? Цены обалденные. Кто-то мне сказал, что нужно копить на Дестроука. Он типа классный чувак. Я бы с радостью, ребята, но карточки, по ходу дела, мне пока не светит получить. Потому что они стоят 9000. Это очень дорого. Ну, естественно, забираем все вот эти награды, которые нам здесь дают. Вау! И мы получаем с вами новый уровень, 11-й. Естественно, мы сможем с вами кого-нибудь прокачать. Ох ты, подождите, ребят, давайте-ка мы вот это вот вначале откроем. Что же это у нас за Бэтмен-то такой странный? Прихвостни Некрона угрожает будущему. Придется отправить их на свалку истории. Бэтмен Бионд. Хорошо. Так, у него первый уровень. Давайте его немножко поднимем. Я хочу, наверное, его испытать в боях. Вы, наверное, тоже бы с удовольствием посмотрели. Хотя мне кажется, что он не такой уж и мощный. Надо будет, кстати, сравнить его с моим обычным Бэтменом. Так, применяем. Развиваем. Какой уровень получает? 6-й. Ладно, сгодится. Можем, наверное, конечно, немножко еще прокачать. Так, у него тут, смотрите, электробетаранг и режим невидимости. Естественно, будем все это улучшать сразу же. Замечательно. Режим невидимости тоже. Так, ну, сущности у нас пока хватает. 15 тысяч, вроде бы, нормуль. Дальше у нас что есть? Задание. Ага, забираем. Быстрее пули. Хопа. И оно у нас в кармане. Действительно, быстрее пули. Компашечка. Ох ты, ох ты. Ну что, ребят, давайте, наверное, приступим потихонечку. Только нам нужно, наверное, выбрать, кем мы пойдем. Так, надо вот этого Бэтмена взять. У него мощность. Ух ты, по мощности он круче моего стандартного Бэтмена. В зале Великого Служения ведутся записи о героических подвигах Корпуса Фонарей и хранится свод законов стражей. Книга ОА. Сейчас мы посмотрим. А это кто у нас? Это что такое? Это Робин? Или Бэтмен-леди? Не знаю. Мне почему-то напоминает женщину-кошку. Книга ОА. Не думала, что ты у нас книголюб, Хал. Ха-ха, в этой книге рассказана история самого времени. Может тут говориться и о том, как расправиться с охотниками на людей. Лучше заложи-ка страницу, у нас тут гости. Да, зал Великого Служения. И вот они, архаровцы. Так, ускоряемся в первую очередь флешем. А теперь будем пробовать нашего нового Бэтмена. Опа, батаранги. Слушайте, неплохо. Давай, фонарик. Добьешь, нет? Умница. Охотник-надзиратель, а? Ты посмотри. А если я вот так вот вам сделаю? Эх, слабовато как-то. Но, флеш, не подведи меня. Подвел. Не добил, потому что. На-ка, батаранга, выкуси. Так, ребят, здесь у нас будет три волны, как всегда. Это по стандарту, походу, дела. Получил по щам, а? Давай, флеш, еще разок сейчас. Эх, бум-бум-бум. Ох ты, гаденыш. Получи, распишись. Завалили. Так, вторая волна, ребят, ох ты, их больше здесь. Нормуль получилось. Так, давайте его добьем, чтоб не вякал здесь больше. Так, фонарик, звездани. Отлично. Можно, конечно, ребята, поставить и на автобой. Я думаю, так было бы, наверное, быстрее, но я хочу сам подрынкать. Блин, вот эти вот здоровяки слишком мощные, а?
Ну, хотя бы здоровье не так сильно отнимают у моих персонажей, поэтому все это терпимо. Давайте-ка добьем этого олуха, надзирателя. И потом у нас будет третья волна, где, я надеюсь, мы тоже справимся. И дальше уже посмотрим развязочку. Мы сейчас в данный момент с вами проходим основную сюжетную линию. А ну-ка, выкуси батаранга. Нормулька. Так, флеш добьешь? Добил, умничка. Ну давайте как-нибудь быстрее-то уже завяжем с этим дурачком. И будем двигаться дальше. О, малорик флеш. Правда, здоровье ты как-то не очень много отнимаешь. Вот так вот. Добивочный. Все. Ну, у нас-то все целые, поэтому, ребят, мы получаем с вами 3 звезды. И награды довольно шикарные. Опачки. У нас что, появился новый чувачок? Или мне показалось? Зеленый фонарь. Совет. Нет, мне не нужен совет, я хочу... Да! Ха-ха! Дедшот! Покажите мишени, я позабочусь обо всем остальном. Дедшот. Смертельный выстрел. Хорошо, надо будет тоже, ребята, его подкачнуть, взять, наверное, в команду и попробовать, что он из себя представляет. Так, нас, значит, не пропускает. Особые условия, как всегда, нужны. Надо, значит, раскачивать нам кого-то. А кого нам раскачать? Ну, а почему бы Дедшота, например, не качнуть, да? Есть время прочитать быстрый факт. Ну, давай, обожаю. Че, вы издеваетесь надо мной, что ли, а? Нет, не хочу я сейчас ничем этим заниматься. Вот героями я, пожалуй, займусь. Так, кого качнуть-то, а? Смотрите-ка, ребята, у Дедшота аж 3 звезды. А у этого 1 звезда Бэтмена. Хм. Нам нужны мощные ребята, поэтому давайте попробуем сделать так. Фонарь, конечно, хорош, но хотелось бы кого-то получше, если честно. Так, какой-то чемоданчик мы ему установили. Якобы усилили его, да? Ну, блин, фиг с ним. Давайте поднимем ему еще уровень. Так уж и быть. 6-й уровень он у нас получает. И, блин, нет, больше мы не будем. Хорош. Так, Бэтмена прокачать или этого. Я даже не знаю, давайте Дедшота. 1 уровень ему поднимем. А нет, сразу 3-й получает он. Давайте делать. Характеристики подросли. Так, можно ему поставить вот эту штуку. Механизм спускового крючка. И все, больше нельзя. Ай, жаль. Интересно, а что будет, если я все соберу предметы? Встроенное оружие и коллиматор. Отлично. Ну что же, вроде бы героев я всех своих улучшил. Надеюсь, они меня пропустят дальше и не будут там говорить, что вам нужно столько-то мощей или столько. Мне надо драться, воевать. Так, забираем здесь все. Ох ты, и получаем 12 уровень. Довольно быстро у нас идет как-то прокачка в плане уровней. Давайте-ка еще Дедшота приподнимем маленько, да? Ох ты, он у нас 5 уровня станет. И у него 818 мощей. Он, по-моему, переплюнул у меня уже многих. Здесь пока ничего нету. Ну что ж, давайте глянем тогда. Все, все пучком вроде бы у нас. Особые условия выполнены. Давайте поставим Дедшота. И как раз посмотрим, что он из себя представляет в бою. Уж больно мне интересно. Ох ты, а это кто у нас? Харли Квинн, что ли? Похоже на нее. Kiss me, поцелуй меня. Ты подвел стражей, Хал Джордан. Ты не смог спасти своего отца. Ты не сможешь спасти ни стражей, ни друзей, ни вселенную. Не слушай его, Хал. Он пытается запудрить тебе мозги. Я никогда прежде не сомневался в себе и не собираюсь начинать теперь. Вот это ты правильно говоришь, Хал. Вот это молодец. Одобрямс от меня лично. Ну что, ускорение, как всегда, ребят, давайте делать. Ну и о, вот. Сильный урон по одиночной цели, да? Отлично, а это что у нас?
5 повышений вероятности. Ага, понятно. Давайте тогда, наверное, мы с вами попробуем вот эту штуку применить. Нормуль. Вроде бы все прокатило. На-ка. Хе-хе. Выкусил свое. Так, вот мне не нравится, что Дэдшот очень много получает урона. Он, видимо, вялый. Критует это неплохо. Но по боевке, сейчас глянем. Да, как-то кисленько. Я недоволен, если честно. У меня пока вот флеш устраивает вообще во всем. Ну-ка, рискнем. Ну вот, а прикидывался дурачком. Нормально валит он, ребята. Дэдшот, он на то он и есть дэдшот, чтобы бомбить всех. Давайте добьем этого летуна, бесит он меня. И остались у нас тут два каких-то киборга. Ну-ка, вжарим. Ладно, сгодится. Так, добивай, Малорик. Последний охламон остался. Это у нас вторая волна. Да, ребят, посмотрите на дэдшота. Он практически дохлый уже. Ощутите мою силу. Тьма поглотит вас. Так, вот этот у нас, ребята, босс, я так понимаю, да? Зеленых фонарей, якобы. Ну, тогда пулю в лоб получи. О, не добили. Я думал, добьем. Дудки. Не прокатило почему-то. Да что ж такое-то? Ну, флеш, твой выход. Нормуль, молодец. Блин, вы посмотрите на дэдшота. Если по нему сейчас бомбанут, он у меня крякнет. А мне этого очень не хочется. Ну, давайте. Шестереночки эти полетели. Добьешь? Молодец, добил. Как же меня вот этот вот бесит, а? Он чем-то напоминает мне зверя, ребят. Из Люди Икс. Как называется ситуация, когда тебе нужно сразиться с собственной злобной тенью? Дежавю не совсем подходит. Не волнуйся, Хал, ты не повторим. Что там говорит книга Оа? О призраках и этих новых охотниках ничего, но есть кое-что о символе, который они используют. Это символ черного фонаря. Он принадлежит Некрону, повелителю неживых. Отец рассказывал мне сказки о нем. Некрон — воплощение тьмы и старше самой вселенной. Но нам до него не добраться. Нужно поскорее найти стражей. Вот так вот. Неживых. Так бы называли бы зомбари, елки-палки. Или нежить. На худой-то уж конец. Так, стражи встречаются в залах заседаний, чтобы наблюдать за вселенной. Так, тут у нас такие всякие уродцы-то новенькие появляются. Аквамен. Почему у него, интересно, протез? Вместо нормальной руки. Такого не должно быть. Странно, конечно, да? Причем весь в чешуе. А, нет, он сам по себе. Рука почему-то зеленая у него, да? А сам белый. Стража должна быть здесь. Тут что-то есть. Похоже на портал в пустоту. Теперь стражи принадлежат тьме. Не осталось никого, кто мог бы сопротивляться вторжению Некрона в вашу реальность. Эй, полегче, чучело костяное. Смертные, я видел вспышки рождающихся звезд, и теперь эти звезды умрут, и наступит тьма. Да, это Некрон, ребят, кстати, был. Давайте, наверное, немножко его отдубасим, чтобы он знал свое место. Пес смердячий, да? Ну-ка, давайте начнем вот с этого. Давай-ка, Бэтмен, батаранги свои. Опа! Блин, слабо ты как-то бьешь, эй. Мы так не договаривались. Черт, это только первая волна, ребят. Только первая, блин. И уже столько люлей получили. Вот, другое дело. Добиваем. Готов. Черт, напоминает мне вот этот чувак почему-то Терминатора. Не знаю почему. Что ты делаешь? Тоже будет готов, ага. Летуна сбиваем. Вторая волна. Что у нас за чучело такое? Неживые, блин. Значит, мертвые. Значит, им терять нечего, ребят. Поэтому не жалко их, как говорится, измочить. Так, хорошо. Давай, дэдшот.
Устройка выстрел. Нормулька. Так, добьешь, нет? Флэш, нет, не добил. Потому что сделал один удар, так бы все было бы хорошо. Ну-ка, опа. О, отлично, хорошо сработало. Блин, да, а, у него щит, щит, ребята, стоял, вот в чем дело. Так бы он отдуплился бы уже давно-давно. Так, вот этот здоровяк мне не нравится, если честно. Мне кажется, что он сейчас станет в провокацию и не даст, не даст возможности бить других. Ну-ка, попробуем. Ой, как слабенько ты выстрелил, дедшот. Видимо, у него иммунитет ко всему. Ох ты, ё-моё. Ай-яй-яй, а я хотел без потерь пройти. Ну-ка, давай, выстрел. Да что ж такое, чё он такой бронявый-то, а? Сейчас он мне тут всех, по-моему, разберет, блин. Вот это да. Вот это я недооценил чутка. Готов, наконец-то. Ну, а с этими мы уже разберемся в легкую. Должны, по крайней мере. Готов, и последнего сейчас докромсаем. Жаль, конечно, жаль, что у нас вот так вот с потерями все вышло. Две звезды. Да, ух ты. Что-то получали здесь какие-то камушки, кристаллики. Охотник Зира. Блин, должны герои 6 уровня быть. Ай-яй-яй. У нас есть выбор его прокачать. Дедшоты, я имею в виду. По-моему, мы с вами получили эти, как на повышение опыта. Ну-ка. Да. Видите, красненькая однерочка горит, значит, мы можем ее... Ох ты, мы тут сейчас можем его так прокачать, что мама не горюй. Выбираем, это уже 7 уровень. Есть. Мощь подросла. Что это такое? Лазерные целеуказатели. Слушайте, а мне кажется, действительно, если мы соберем все вот эти вот детали, он у нас повысится по звезде, то бишь ранг получит. Я в этом очень сильно заинтересован. Так, Бэтмен, давай тоже, чтоб ты не отставал. 5 уровень получает, нормуль. Но мощей все равно слабовато. 755. А если мы вот так вот сделаем, сколько будет? 799. Все равно маловато. Мне нужно, чтобы было за 800. Вот это вот стандарт сейчас для нас. Видите, да? Блин, нет. Не у всех 800, за 800. Сущность забираем. 109, все, накопили. Мало. Так, открывается у нас новая территория. И тут боссы у нас что ли будут? О-оу. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Этого Бэтмена мы, наверное, уберем с вами. И поставим Дедшота. Наверное, мы так сделаем. Потому что вот этот Бэтмен стандартный, мне кажется, он как-то получше. Ну что же, охотники Зера, сейчас я вам наваляю. А это у нас кто? Арис. Да, это Арис, ребята. Что такое? Зал заседаний стражей. Блин, опять этот здоровяк. Ай, бесит. Давайте, наверное, прислугу уничтожим, а? Как вы думаете? Потому что в него стрелять бесполезно. Мы его не загасим. Так, ну-ка давайте-ка пинка. Ох, как мало. И опять же здесь 3 волны. Жесть какая-то. Слабо, слабо бьем. Так, укрепимся. Давай еще подсрачка вот этому. Добьем? Добьем. Ну что, этот олух тут остался. Сейчас мы его по-быстренько закромсаем. Тем более, я так понимаю, у него защита упала. Все, готов. 2-я волна, ребят. Так, ну здесь легкий, в принципе. Здесь можно даже не париться. Давайте начнем с любого. Тут можно кромсать хоть кого. Так, добивочный сандалем в рыло. Сандалем. Тут у них, видите, ребята, значки еще. Кулак, глаз и
химии, я так понимаю. И каждый над каким-то преобладает. Поэтому нужно выбирать там, например, если выбираем кулак, то лучше против глаза. Если выбираем глаз, то против химии. Так, что такое? Смертные, с каждой жизнью, уничтоженной охотниками на людей, я становлюсь на шаг ближе к вашей вселенной. Некрон, что у него с грудью-то? Готовьтесь к вымиранию. Некрон приказывает охотнику Зера истребить всех живых. Вот так вот. Ого! Хо-хо! Фига ты, амбалишка! Так, ребят, давайте начнем на... Вот, не понял, что... Блин, они еще и под щитами стоят! Вот тогда... Я сейчас боюсь, что будет, когда вот этот дуралей сходит. Некрон. Наверное, звезданет, так звезданет, а? Ой, это не Некрон, это Зера у нас, ребят. Конечно же, Зера. До Некрона мы еще не добрались. Бам! Упал! Ай-яй-яй. Должны вытянуть. Да что ж ты... Так, что это? Кто такой? Ого! Ого, масухой бомбанул! Так, давайте вот этого вот ушлепка звезданем. И уже начнем заниматься именно боссом. Давай, добивай, добивай! Отлично, все. Ну что, теперь вкуси сладкую жизнь. У него массовые удары. Причем флеш на грани. Ах, деваться некуда, придется. Блин, мне знаете, кто нужен? В команду. Хиллер. А кто у нас хилит? Я не помню, если честно. Так. Последнюю... Блин, флеш отдупился. Жаль. Нам нужно выследить Некрона, но мое кольцо тут бесполезно. А я не могу обнаружить его с помощью магии. Как он умудряется прятать всю свою некроманскую мощь? Если только он, чудо-женщина и амазонки на протяжении тысячелетий прятались на острове Темискира. Сами боги сокрыли его от чужих глаз. Остров Амазонок, говорите? Звучит как название для рая. Ты понравишься амазонкам, Хал. Замануха, ребята. Просто замануха. Достижение какое-то новое. Ох ты. С каждым разом что-то новенькое получаем. Какие-то камни, осколки, рубины. Куда это все, пока не знаю. Глава третья у нас начинается. Отличненько. Ого, это кто такие у нас вообще? Что это за солдаты? Героический режим. Ого. Так, это то же самое, только на героическом режиме, да, получается? И мы с вами будем получать карточки. Ну, давайте попробуем. Тут всего два соперника. О, киборг. Чудной такой. Он тоже, интересно, будет в игре или нет? Ну, по идее, должен быть. Развалины плавильни охотников на людей. А, ну это первоначальный же у нас, так что без проблем. На автобое сейчас просто их разорвем, ребят. Так, смотрите, что они делают. Минус один. Ой, охламоны. Всего две волны было. Нормуль, три звезды. Это на героическом мы сейчас играли. И мы получаем с вами 13 уровень. Увеличен предел уровня героя. То есть мы можем их развивать дальше. Это даже очень хорошо. Так, флэш. Нет, давайте, наверное, все-таки дедшота поднимем. Мне он нравится. Крутой чувак. Сколько, интересно? Так, тут дают 30 опыта. Ага. Фига. Ха-ха, ребята, он у меня будет супер раскачанный. 12 уровень сейчас получит. Вау. 1033 мощей в него. Будем надеяться, что не зря в него влили этот весь опыт, что у нас был. Так, сканер пустоты. Кстати, он у нас что-то пустует. Надо зайти сюда. Ага. Давай-ка крутанем. Бесплатно. Что нам достанется? Блин, сущность.
Ладушки, давайте еще разок. На всякий случай, может, что другое выпадет. Ну-ну-ну-ну. Да ладно, что вы все время мне сущность эту подсовываете? Через 10 часов следующая бесплатная попытка. Обалдеть можно. Испытание героев. Бэтмен на все времена. Дебют нового героя. Так, ну что, давайте попробуем. А тут у нас пташка Джей. Слушайте, пташка Джей напоминает мне почему-то зеленого фонаря. 4 звезды, уровень 5. Горилла, а? Ну давай посмотрим. Так, что тут нужно? Ограничение на выбор героев. Как всегда. Так, возьмем и давайте, наверное, возьмем себе колдунью эту. Так, подождите секунду. Так вот. Блин, а что такое стрелочки вверх? Это означает командир, что ли? Оскверненный надзиратель. А, это бонус у нас получается для отмеченных героев, ё-моё. Ладно, посмотрим, что у нас тут за бонусы такие будут. Значит, говоришь, с Некроном сразиться хочешь? Покажи, на что ты способен. Круто как! Гм, вот вы какое наше будущее. Готэм Сити, Уэйн Тек. Одна волна всего лишь здесь, ребята. Ну, давайте посмотрим. Фи. Так, не понял. Оу, крепенький малый. Ну-ка, давай-ка. Блин, я все время, ребят, забываю, что надо нажимать просто. Это же основной его удар. Я хочу, чтобы он применял его. Оу, мы ему понизили, смотрите, меткость там, еще что-то. Сейчас мы его разберем. Да-да-да, конечно. Так, что ты у меня умеешь? Ты же, по-моему, хилер у меня, да? А ну-ка проверим. Да, точно. Она-то как раз у меня и хилер. Вот, ребят, кого я буду раскачивать. Без, как говорится, хила нам делать нечего в дальнейшем. Все, нашел я себе забаву, как говорится, на будущее. Вот, минус один. И этого мы сейчас, наверное, быстренько добьем. Ух ты, неплохо, Бэтмен. Совсем неплохо. Флэш сделал свое дело. Победа, 3 звезды. Давайте. Так, 2 карточки, что ли, получили, да? Вот это я понимаю, вот это вот ревард. Эх, следующий бой. Опачки, а вот это кто у нас такой? Чё за чувак такой, интересно? Хм, я не знаю. Так, опять одна волна. Ну, давай. Приступим разбирать их. Слушайте, мне такое ощущение, что они с каждым разом все сложнее и сложнее будут. Так, подхил. Подхил нам нужен? Нужен. Давай, флеш, выход твой. Блин, да что ж такое-то, а? Что они такие крепкие? Бум, шарахнул. Все в Бэтмена. Промах. Ага, значит, вы все-таки косите маленько. Ладно. Ну, как говорится, ребят, у нас нету суперударов. Бьем вначале обычными. Кто там оскверненный застрельщик? Ну и название, блин. Давай. Опа. 550 дамага нанесли. 689. И добивочный сейчас будет. Все. Опять же победа на 3 звезды. И еще 2 карточки Бэтмена получили. Плюс какую-то фигню. Что это такое? Базовая энергия. Используется для улучшения. Угу. Но это, видимо, уже на других каких-то уровнях. А может быть, для других персонажей. Точно она пока неизвестна. Забираем ревард свой. О! 5 карточек Супермена нам дали. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, кого развить-то, блин? Подождите, мне нужно вот-вот-вот-вот-вот. Наверное, мы с вами все-таки хиллера будем раскачивать. Затану нашу. И она получает всего лишь 4 уровень. Черт подери, а я не знал, что она у меня вообще не развита. О, цилиндр Затары. Опачки. Слушайте, я доволен. Нет, а это что такое? Супер наборы какие-то. А, ну это у нас все за донат, что ли?
Среднее. Что там грузится? Я же ничего не нажал еще. Так. Ага. Если мы здесь пройдем, мы получим с вами одну карточку за Таны. И кучу всяких тут плюшек. А также у нас там потом Бэтмен будет и по нарастающей. Древняя плавильня, в которой миллиарды лет. А, это мы уже с вами читали как-то. Вот так вот оно будет, наверное, лучше. Это кто? Пингвин, что ли? Ё-моё. И он здесь, что ли, будет? Ну, это прикольно. Если они тут собрали всех героев вообще. И даже антигероев. Так, тут у нас две волны. Начинаются с двух летунов. Уже с одного. Прописываем. Оу, да не ватный, смотрите. Пум, и нет его. Было бы прекрасно, если бы вы умерли поскорее, говорит звездный сапфир. Так, это вот она посередине, да? Ага, крепенькая малая. Ну, смотря для кого. Давайте, наверное, разберем ее, а? А потом уже займемся этими олухами. Так, нужен подхил обязательно, потому что флеш покоребанный уже. Ну, застрелишь? Бинго. А теперь займемся вот этими сосунками. Отлично. Блин, флеш, только не умирай, пожалуйста. Зергуд. Победа, 3 звезды. Все идет как нельзя хорошо. Слушайте, нам еще одну, не одну карточку, а 4 карточек. И, наверное, мы сможем с вами Затану поднять по рангу. Было бы довольно неплохо. То есть мы поднимаем их по рангу, да, и у них, видимо, открываются новые возможности. В общем, все это надо будет потом посмотреть. Так, что у нас тут? Ай, 2 щенка. Один здоровый, другой тупой. Ой, блин, ну у Дэдшота мне нравится, конечно, вот этот выстрел со снайперки. Просто сносит на раз. А вот у Флэша мне нравится то, что он может 2 раза подряд атаковать. То есть тоже есть смысл его прокачать хорошенько, чтобы он бил так бил. На, получи. О, вообще замечательно вышло. Все, победа, опять же 3 звезды. Идем очень хорошо. Да елки-палки, опять уровень, ребят, 14-й. Я офигею, как мы быстро с вами развиваемся. Что такое? А, нет, показалось. Ну что, кого будем поднимать на этот раз? Наверное, Затану, как обычно. Потому что дедшот у нас и так самый мощный здесь. Так, сколько? Чего? 12-й уровень сразу получила? А как так-то? Как это она так умудрилась-то? Улучшить пока не могу ничего. Видите, требуется ранг 2, потом ранг 4. Ранг 2, это то есть 2 звезды когда будет? Угу. Энергия воли. Нужна еще одна штука. Так, а где нам вот это вот все взять? Ага, покажу, конечно, покажу. За 17, 1. Наращивает энергию, нарушает законы физики. Ну давайте возьмем одну штучку, да, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Тем более стоит копейки. О! Вот это круто! Значит, здесь вещи делаются из чего-то. А я думал, что мы их будем просто находить. А кто вообще у нас такая Затана? Я так понимаю, какая-то фокусница, что ли? Потому что у нее карты, скипетр, тут, видите, всякая ерунда. Затана, а, повелительница магии. Вот, ну, практически фокусница, елки-палки. Так, смотрите, 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 ребята, сколько здесь прекрасных персонажей. Тут даже еще не все прогрузиться успели. Да, круто. Джокер такой сумасшедший, действительно. И вот у нас тут все показано, где у кого сколько карточек. Так, 30 тысяч сущностей. Так я же вроде бы уже брал. Почему еще раз мне дали возможность? Странно. Так, давайте-ка глянем, что здесь. Черная канарейка, 8 тысяч к
кристаллов. О, а здесь 950. Слушайте, давайте возьмем, а, ребят? Вдруг нам фартанет, и мы откроем себе нового персонажа. Ух ты! 30, нам дали карточек. 30 карточек. Вот это нормуль. Давайте тогда, наверное, сразу же откроем его. Остальное у нас все очень дорого стоит. 8 тысяч, 9 тысяч. Тут вообще у нас донат. И стань легендарным, 7 тысяч. Соцсети. Так, тут нужны какие-то специальные. У меня их и нету. Ноль вообще. Так, это у нас валюта. Ну что же, где у нас? Вот он. Кто ты такой? Вот что мне интересно знать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я предвижу победу, но какой ценой? Доктор Судьба. Вообще в первый раз, ребят, вижу этого героя. Ха-ха. Особый урон по одиночной цели. 60% вероятности наложить немоту. 30% щит на команду. Повысить ранг. Опа, он у нас стал двухзвездочным сразу же. Потому что были карточки, ребят. Так, что-то там купить. А что? Блин, мы же сюда уже заходили. Были мы здесь. Только вот что здесь брать, ума не приложу. Написано 7 вещей каких-то. Ну, не за донат же, это глупо, если честно. Ладно, давайте отсюда выходить. Надо будет его взять в команду и испробовать. У него, блин, мощей, конечно, маловато. Маловато будет. Давайте вот это улучшим. Закон Ра и покровительство Набу. Больше ничего не могу пока развить. Ярость Осириса. Потом нужно уже ранг 4, чтобы что-то развивать. Ну что, надо как-то его испытать, я думаю. Задание 3 выполнено, забираем все плюшки здесь. Кстати, нам дают опыт. Можно его, в принципе, истратить, да? На Доктор Судьбы. Блин, может быть, этот Доктор Да ладно, что, опять 15 уровень уже получили. События разблокированы. Это что такое еще? Что за события? Где они тут? А, вот. Ну, давай посмотрим. Физическая демонстрация. Враги Супермена разрушают столетний парк. Победите их и получить физ-бонус. Каску 15 уровня и этот 15-го. Я не знаю, ребят, как мы их будем побеждать. Да они порвут просто-напросто нас. Вот и все. Даже думать нечего. Опять герой 3 в плюсе. Так, ну что, кого? За Таночку или Судьбы? Давайте, наверное, мы с вами Судьбу все-таки раскачаем. Выбираем. Сколько он там? Ага, 6 уровень получает. Сразу же, с первого. 714 мощей, уже что-то. Так, он у нас что, делает щит? Накладывает, да? В принципе, нам это пригодится. Опять у нас здесь все за донат, елки-палки. Бонус 850. Тут наборы новые какие-то. Черт, хочется купить, ребят. Ну, я не знаю, мы эти кристаллы потом, наверное, с вами фиг где достанем. Может быть, вот этот бонус купить? Я вообще не знаю, куда они нужны. 10 колец силы каких-то. Че, куда, для чего, блин? Ладно, может быть, потом, когда я куда-нибудь вступлю в какой-нибудь клан, в гильдию, мне объяснят поподробнее, получше, что, куда, чего и почему. А может быть, вы мне напишите в комментариях, если, конечно, знаете. Ну, а если никто ничего не знает, буду разбираться сам. Не впервой, как говорится. Так, ну что, ребята, давайте смотреть далее. На арену мы сегодня не пойдем с вами, на ПВПшную. Нечего нам пока там делать, мы еще слишком слабенькие. Легендарные события уже будут скоро доступны. Не знаю, как скоро, но будут. 500, нет, не будем мы здесь крутить ничего. Перебьются. Ну что, давайте, наверное, начнем потихоньку смотреть, что это у нас за новая такая карта, новые задания.
Блин, как же мне взять в команду Доктор Судьбу-то, а? Кого убрать? Бэтмена или Флэша? Черт подери. У Флэша мощей больше, да? У Бэтмена 799. Давайте, наверное, поменяем. Я думаю, что немного мы потеряем от этого. Ну, а сами уже посмотрим Судьбу. Что он из себя представляет вообще? Что за персонаж такой? Опа-на, вот это вот действительно уже Харли Куин. А что ж тогда там была за барышня? Хм, странно. Ладно, все это у нас будет впереди. Мы все это увидим, все посмотрим, будем разбираться. Похоже, мы угадали. Охотники открыли филиал на Тимискире. Гордые амазонки пали перед повелителем неживых. Неужели вы думаете, что устоите в бою с его легионами? Это что за мертвячка тут еще будет нам тут указывать? Тимискира, кресло памяти. Опачки. Ребят, смотрите, это же у нас какая-то нежить получается здесь. Пора-ка ее отправить туда, откуда она пришла. А, это оживленная амазонка даже. Вот как, провокацию поставил на себя. Так, хорошо. Доктор, до тебя мы дойдем. Посмотрим, что ты из себя представляешь, не волнуйся. О, ну-ка, обычный удар. Ох ты, испепелил, молодец, умница. Так, амазоночку сейчас мы доклепаем с вами. Так, давайте вот так вот усилимся, малька. Будем с вами ваншотить, так сказать. Так, 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 успокойся, амбал. Добиваем эту амазонку. Подожди. Вот так вот. На-ка, 421. А, да, ребята, у него же еще, он когда ударяет, запрещает врагам отхиливаться. Вот это большой плюс, кстати. Ну-ка, добьем. Нет, не добили. Так, пора бы, наверное, посмотреть, что у нас такое здесь. О, щит на себя можем наложить. Давайте-ка мы, наверное, так и сделаем. Ух, на всех! Вообще шикарно. Вот это хорошо, ребят. Щит — это полезная вещь. Так, мне бы до Затаны дотянуть. Нам нужен отхил, ребят, обязательно делаем. Вот так вот. Интересно, а можно здесь прокачивать вот эти вот обилки, а? В плане там, чтобы лечение было покруче, стреляли они получше. А что это такое вот это вот? Ну-ка, давай-ка. Я не понимаю, применяет... Что это было? Просто испепелил чувачка. Все. Так, третья волна. Опять две мертвячки и эти два астронавта тут летающих. Давай, испепеляем. Нет, не испепелили. Ну тогда добиваем. Флэш, ну почему ты, блин, не второй раз бьешь, а? От чего зависит твой шанс? Подскажи мне, и я прокачаю тебе. Ладно, пускай они бьют лучше Флэша там или Затану. Главное, чтобы Доктор Судьба у меня выжил. Я хочу три звезды. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо ты. Смотри, куда стреляешь, пуляешь. Готов. Так, делаем подхил, ребята, обязательно. Фух. Можно вздохнуть. Ты посмотри, все в него строчит, а, гаденыш. Ну вот, завалили три звезды. Вообще шикарно. О, получили мы с вами какие-то плюшки. Вот это, что за чувак-то такой, а? Ну, третья глава, что у меня? Оп, передвигаемся с вами куда? Боссы. Оу, знакомые там личности у меня появились. Это хорошо, женщина-пантера, значит, да? Как-то мы с ней уже дрались. Кто помнит, ребята, в DC Unchained. Если кто не знает, посмотрите, там тоже все очень довольно прикольно про этих супергероев. Только графика там такая рисованная, комиксная. Задание Альянса. Я, ребят, не смогу, да, пока не вступлю. Я же вообще гол как сокол. Вот как тут определишь, где здесь русские, где здесь нет? А, вон, вижу, десантура там был. Но они, по-моему, мне в прошлый раз отказали.
Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы с вами увидимся в следующих сериях, в новых видосиках и продолжим играть в разные интересные игры. А на этом все, всем пока, удачи!